Друзья, всем привет, всем доброго дня, с вами Ирина Смогилова, и сегодня я хочу вам показать свой заказ Faberlic. Это был заказ по второму каталогу 2022 года, немножко я припозднилась, практически в самый последний день заказала, но ничего страшного, я думаю, главное, что заказ я все-таки сделала, что он мне пришел, и я, конечно же, очень рада с вами им поделиться. Давайте для начала вам покажу новый каталог, который вышел. Это третий каталог. Он будет действовать с 7 февраля по 20 февраля. И прекрасная актриса Мариэм Узерли на обложке. Сейчас она стала лицом Faberlic. Очень приятно, потому что все сериалы «Великолепный век», я думаю, знают. И поэтому вдвойне приятно видеть ее на страницах этого каталога. Каталог оставлять на заднем фоне не буду, потому что если лица есть, то у меня фокус сразу весь уходит на лица, а не на те продукты, которые я вам показываю. Единственное, что мне бы хотелось добавить, что я хотела бы вас попросить об обратной связи, попросить написать ваше мнение, нужно ли на каталог снимать обзор самого каталога, потому что именно по просматриваемости данное видео не очень много набирает просмотров, но в то же время я читаю комментарии, что кому-то было очень интересно, очень полезно именно в моем обсуждении, в моем обзоре увидеть каталог, поэтому если вам нужен обзор каталог на этот новый каталог, то, конечно, напишите, я обязательно его сниму, потому что здесь, по-моему, вот я так быстренько пролистала, здесь очень много всевозможных новиночек и интересных штучек. И даже здесь внесли BOC в середину каталога, то есть сейчас BOC не отдельным каталогом, я так понимаю, будет идти, а именно в основном каталоге. Очень интересно будет посмотреть на эту продукцию, потому что как-то раньше я на нее внимания не обращала, да и отзывы девочек были, честно говоря, не очень. Ну что, давайте приступим. И первое, что я вам хочу показать, это средство для очищения ванной комнаты. Морская свежесть, аромат. И это средство я купила сама себе. Это средство я уже повторяю. Это, по-моему, то ли третья, то ли четвертая моя бутылочка. Потому что пока, честно говоря, ничего лучше я не нашла. Очень оно классное. Самое главное, на мой взгляд, преимущество данного средства, что кроме того, что его наносим мы на поверхность раковины, ванны, никакие усилия больше предпринимать не надо. Не надо ничего оттирать, надавливать на губку, абсолютно ничего, потому что оно работает само. Вы просто нанесли, подождали буквально пару-тройку минут и можете смело смывать, потому что вся грязь, все, что вы хотели очистить, оно все само по себе просто отойдет, как только вы губкой протрете. Поэтому вот здесь, наверное, как раз-таки самое максимальное преимущество, самый огромный плюс этого средства в том, что для очистки этих поверхностей нужно только оно и никакой физической силы. Здесь у нас указано, что эффект белизны, сияющий белизна и блеск без хлора и отбеливателей, эффективное устранение любых загрязнений и запахов в ванной комнате. Вот такое средство, это мой must-have у Faberlic. Кстати, когда я снимала топ-10 по Faberlic, забыла я его показать. Оно у меня как раз кончилось, поэтому я и забыла, честно говоря, вам его показать. Но оно точно бы входило в этот топ-10, ну, либо было бы 11-м средством. Дальше у меня очень много вот подобных вкусняшек. В этот раз заказали. Первое, что я вам показываю, это пена для ванн, банана-мусс, то есть банановый мусс из линейки Beauty Cafe. Какой же он потрясающий на вид, какая этикетка классная. Вообще вот вся эта линейка Beauty Cafe, она просто чрезвычайно, на мой взгляд, аппетитно, и это очень много значит, потому что именно когда даже вы проходите в обычном магазине, смотрите на полочки, именно внешний вид продукта прежде всего заставляет вас остановиться, рассмотреть его, захотеть его. Поэтому, когда продукт какой-то именно уходовый, либо вообще гигиенический продукт, выглядит таким потрясающим образом, это огромный плюс. Я эту линейку сама очень люблю и сама с удовольствием пользуюсь, но в данном случае это заказ клиента. Еще раз повторюсь, что это пена для ванн, объемчик здесь небольшой, давайте посмотрим, 200 мл. Так, и еще одно средство, тоже из этой линейки, это Beauty Cafe гель для душа, апельсиновая меренга. Тоже потрясающее оформление, конечно, согласитесь, вот когда бутылочка прозрачная, и колпачок, этикетка, и сам цвет геля для душа, вернее пена для ванны, совпадает с вышеперечисленными, то визуально это, конечно, намного красивее, как мне кажется, смотрится. Здесь мы только догадываемся, что цвет оранжевый у этого средства, но тоже смотрится довольно симпатично. Это, как я уже сказала, гель для душа, апельсиновая меренга. Но это еще не все, у меня очень много в этот раз подобных средств. Дальше идет уже пена для ванн, апельсиновая меренга. Вот, видите, как все-таки визуально вот это средство проигрывает, на мой взгляд. Посмотрите, какая красота. Еще одно средство из той же линейки Beauty Cafe, это у нас гель для душа лаймовый сорбет. Гели для душа я тоже пробовала, как и пены для ванн, мне очень все нравится из этой линейки, ароматы просто потрясающие. При взаимодействии с водой, с телом тоже потрясающе все раскрывается, прям очень-очень приятными такими вкусными ароматами.
Но и это еще не все, потому что еще одно средство у меня есть. Это уже гель для душа «Малиновый мильфей», тоже в этой потрясающей упаковочке. Вот целых 5 братцев у меня таких заказали. Еще раз посмотрите, пожалуйста, как все это классно смотрится. Просто глаз невозможно оторвать. Так, идем с вами дальше. Дальше у Faberlic в этом каталоге, то есть во втором каталоге, по-моему, во втором, а не в первом, вышла вот такая новиночка. Это Story d'Amour. Я так понимаю, это продолжение все-таки вот этой линейки Story d'Amour, потому что там есть уже, по-моему, парочку таких направлений, парочку ароматов. И вышла новая с клубничкой. Это, видимо, все-таки приурочено к Дню Святого Валентина, к 14 февраля. И я, конечно же, не удержалась, тоже заказала и решила заказать себе мыло интимное. Так, давайте посмотрим, как правильно называется. Это гель для интимной гигиены. Вы посмотрите, какая текстура у этого средства. Такое ощущение, что это просто ягодки размололи с сахаром. Какое-то прям варенье. Давайте сейчас послушаю, потому что аромат я не слушала этого средства еще. Если еще и окажется... О, боже ты мой, это потрясающе. Вы знаете, вот как по виду я вам сказала о том, что очень похоже на то, что это варенье засахаренное, так и по аромату ощущение, что это засахаренное варенье, засахаренная клубника. Просто потрясающе. Я влюбилась в эту линейку однозначно. Надо будет посмотреть, что там еще интересненького есть и себе обязательно заказать. Так, дальше у меня здесь идут две зубные пасты. Это пасты от Эксперт Фарма, восстановление и укрепление эмали. К сожалению, в очень неприглядном виде. Посмотрите, все это пришло. Вот в таких вот коробочках. Сейчас вам поближе тоже покажу. Она вся помятая. Вот это не очень приятно. Я не понимаю, почему так. Вроде бы у меня ничего тяжелого, посмотрите, не было в заказе, чтобы вот так прям все это раздавиться. Так, давайте сейчас аккуратненько открою. И покажу вам саму зубную пасту. Я из этой серии тоже пасту очень люблю. Сейчас у меня в наличии как раз-таки в использовании находится такая паста. Только не конкретно такая, не для восстановления и укрепления эмали. Немножко другая, не помню с чем. Но не отбеливающая, а по-моему какая-то обычная. В данном же случае это у нас восстановление и укрепление эмали. Здесь у нас 75 мл, обычный объемчик. И как я уже сказала, я этими пастами тоже довольна. И с огромным удовольствием ими пользуюсь. Так, следующее, что вам покажу, это линеечка «Зима». У Faberlic это тающее молочко для лица, рук и тела. Я брала по какой-то очень хорошей цене, какая-то хорошая была скидочка. Я уже давно, честно говоря, приглядываюсь, потому что эта линейка давно находится именно в отделе скидок у Faberlic. И как-то просто мне, то ли я забывала в определенный момент, то ли как-то что-то другое себе заказывала, но так и не могла заказать. Поэтому в конце зимы решила все-таки сделать этот заказ и заказала. Здесь 150 мл, хороший такой объемчик, и, честно говоря, мне больше всего здесь нравится, я пока его не пробовала, конечно, но мне больше всего здесь нравится именно оформление. Посмотрите, какая потрясающая упаковка, очень-очень красивый, прям шикарный. Так, дальше, из этой же линейки «Зима» я себе заказала ультрапитательный шампунь для волос. Здесь, конечно, маленький объемчик по сравнению даже с молочком для тела. Вы видите, что намного меньше. Давайте посмотрим. Здесь 100 мл всего. Но, в принципе, для того, чтобы распробовать продукт, я думаю, хватит. Как раз-таки сейчас февраль. И эту линейку я, скорее всего, сразу возьму в использование. Очень, опять-таки, обращаю ваше внимание, мне нравится оформление. Какое оно потрясающе красивое. И еще огромная просьба, если вы что-то пробовали из этой линейки «Зима», то, пожалуйста, напишите, потому что для меня, честно говоря, зная даже, что эта линейка старая, для меня этот продукт, вернее, эти продукты довольно-таки новые, потому что я их не использовала. И еще одно средство тоже не удержалось. Опять-таки, посмотрите, какая цветовая гамма. Какая потрясающая яркость, какие оттенки. И это у нас ультрапитательная маска для волос. То есть я заказала себе шампунь и заказала, конечно же, масочку, чтобы использовать ее в паре. Ну и, в принципе, осталось совсем-совсем немножко. Осталась вот такая тушь. Это Miss Curl Mascara 5762 цвет. Артикул, вернее, данной туши. Давайте я вам покажу, как она выглядит. Так, не хочет она никак выскакивать. Вот такая тушь. Посмотрите. У меня такая тушь была, но, честно говоря, не очень на меня произвела впечатление. Я не буду обманывать, говорить, что я там ее полюбила от всей души. Нет, как-то она мне вообще не пошла, и поэтому я ее повторять не стала. Еще один продукт, который мне заказали, это тоже тушь Extreme. Давайте тоже ее попробуем скрыть аккуратненько и посмотреть, что это за тушь. А это уже тушь, кстати, моя любимка. Я забыла, что у меня ее заказали. Extreme Length and Volume Mascara. Я очень люблю эту тушь. Она у меня до сих пор в использовании уже много месяцев.
Ну, не так, чтобы много, но уже месяца три точно постоянно ею пользуюсь. Единственный минус в этой туши, что у нее начинается как бы отколупаться вот эта упаковка, футлярчик. Он весь у меня покотился, весь у меня практически обвалился вот эта вся поверхность. Это единственный минус, а так сама по себе тушь просто потрясающая. И, между прочим, для меня это лучшая тушь, которая есть у Фаберлик. И еще у меня заказали вот такой, хотел сказать, пробник-тестер. Нет, не пробник, не тестер, это рефил, который продается отдельно. Так, вам его поближе показать. Вот, вот таким образом выглядит. Давайте обратную сторону покажу. Так, это у нас монотени для век Pro Matte оттеночек, вернее, артикул 5836. У меня, честно говоря, палетку для этих рефилов не заказывали, заказали вот в первый раз. Именно рефил. Не знаю, честно говоря, с какими целями. Наверное, просто посмотреть, познакомиться с этими тенями, с их качеством, с тем, как они носятся и так далее. Ну, по большому счету и все. Единственное, что вам еще покажу, так это то, что я решила заказывать вот такие красивые пакетики. Мне, конечно, приходит пакет один автоматом, такой с ручками, прозрачный, обычный. Но я по цене поняла, что он не так будет сильно накладно, если я буду своим клиентам отдавать заказ вот в таких красивейших пакетиках. В запас заказывать не буду, они всегда, по-моему, в наличии есть. Буду заказывать именно по своим клиентам, да, по количеству. Вот заказала парочку вот таких самых-самых маленьких пакетиков. Дальше заказала три штучки вот такого формата. Этот, наверное, самый такой оптимальный. Я их уже как раз-таки вот два вида попробовала. В тот раз заказала, посмотрела по качеству, посмотрела, какие по размеру. И в этот раз я решила взять еще один пакет, уже побольше. Сейчас я его разверну, покажу. Видите, он уже намного больше, чем предыдущий. На всякий случай тоже хотела посмотреть по качеству. Но качество вообще бесподобное. Они очень-очень плотные, очень толстые. Именно вот сам по себе пакет очень толстый. Поэтому я предполагаю, что любой заказ, я думаю, без проблем доедет до своего клиента. Пакетик не порвется, не развалится. Ну и расцветка, она, конечно, потрясающая. Очень-очень яркая и очень красивая. Ну что, все, на этом мой заказ подошел к концу. Он в этот раз не очень большой, если честно. Как-то мои клиенты, видимо, еще пока отдыхают после новогодних праздников. Но ничего страшного, я думаю, скоро-скоро все запасы подойдут к концу, и вновь у меня будет очень много интересных заказов. Я надеюсь, что вам мое видео понравилось. Напомню вам, что я прошу вас написать свое мнение, если вы пользовались линеечкой «Зима». Мне будет очень интересно почитать. Если вам видео понравилось, то не забывайте ставить пальчики вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что впереди еще очень много всего интересного. Ну и всем пока-пока!